5 причин, чтобы использовать компонент SP Page Builder для создания потрясающего лендинг-пейдж в 2018 году. Меня зовут Федор Васильев, и давайте подробно разберем 5 причин, почему я выбираю SP Page Builder. Первая причина, почему я выбираю компонент SP Page Builder на Joomla. Полностью отзывчивый и мобильный дизайн. Независимо от того, что вы создаете с помощью SP Page Builder, это становится полностью отзывчивым и мобильным. SP Page Builder использует Bootstrap 4, чтобы сделать нашу работу максимально удобной и простой. Используя компонент SP Page Builder, вы гарантированно получите 100% отзывчивый, мобильный дизайн вашего будущего сайта. Вторая причина, почему я выбираю компонент SP Page Builder. Редактирование сайта в реальном времени. SP Page Builder предлагает новую систему редактирования интерфейса для удобной веб-разработки. Добавьте элемент, отредактируйте и посмотрите изменения в реальном времени. Без предварительного просмотра. Все происходит перед вашими глазами. Причина номер 3. Редактирование сайта в мобильных версиях. Также в реальном времени вы сможете редактировать ваш сайт как на компьютерной, планшетной и мобильной версии, так как размеры экранов у устройств разные, то и настраивать нужно на разных устройствах по-разному. Удобный переключатель в режиме реального времени также позволит вам настроить быстро мобильную версию так, как вам это нужно, как вам нравится. Причина номер 4, почему я выбираю компонент SP Page Builder. Создайте свою собственную библиотеку разделов. Забудьте о создании подобных разделов снова и снова для вашего сайта. В новой библиотеке система SP Page Builder вы можете повторно использовать ранее разработанный раздел несколько раз на разных страницах. Все, что вам нужно сделать, это сохранить дизайн в библиотеке и разместить его там, где вы хотите. Пятая причина, почему я выбрал компонент SP Page Builder. SP Page Builder поддерживает собственные статьи Joomla. Он позволяет использовать мощные функции инструмента, чтобы украсить выбранные статьи Joomla с максимальной свободой. Создавайте, улучшайте и управляйте статьями Joomla более профессионально с помощью компонента SP Page Builder. Я перечислил только 5 причин, которые максимально мне пригодились. Этих причин на самом деле гораздо больше, почему вы должны выбрать компонент SP Page Builder для создания потрясающих сайтов лендингов, визиток, блогов и даже интернет-магазинов, так как есть интеграция с различными расширениями. По данному расширению компонент SP Page Builder у меня скоро запустится видеокурс для новичков, для тех, кто хочет с нуля научиться создавать потрясающие сайты на профессиональном уровне. И на этой странице есть краткая информация, о чем данный курс. Ссылка будет в описании под этим видео. Здесь я указал дату до релиза, до старта курса, да, в конце августа 2018 года выходит данный курс. Здесь вы можете видеть процесс, насколько курс уже готов. Здесь информация в неполном виде, основные аспекты. Конечно же, когда курс будет готов, будет представлена новая презентационная страница с полным обзором все, что вошло в видеокурс. Будем разбирать в видеокурсе, как создать лендинг-пейдж, одностраничные сайты, как создать сайт-визитку, как вести блог с точки зрения SEO и другие важные аспекты. То есть новый курс будет построен на базе этого нового шаблона Helix Ultimate на Bootstrap 4 с использованием компонента SP Page Builder Pro. Переходите по ссылке в описании и можете ознакомиться на данной странице. На этом обзор закончен и до новых видео, друзья!